Японские ученые компании Milben разработали 5-компонентную СПА-процедуру Milben Plarmia Deep Enrichment, которая максимально восстанавливает и насыщает волосы необходимыми аминокислотами и белками. Уже с 25 лет в волосах начинают происходить возрастные изменения. В белке разрушаются соединения, что нарушает структуру волос. Они становятся слабыми, непослушными, легко деформируются. Второй и третий компоненты процедуры подбираются по типу и состоянию волос. 2E придает тонким и мягким волосам плотность и объем. 2S смягчает жесткие волосы. Крем 3 используем для слабо поврежденных волос. 3+ для волос средне и сильно поврежденных. Совмещать процедуру с окрашиванием и тонированием не стоит. Лучше делать ее самостоятельно с периодичностью раз в месяц и продлевать эффект с помощью пролонгирующих ампул. Для продления эффекта от процедуры рекомендуем использовать ампулы домашнего ухода. Ампулы также подбираются в зависимости от типа ваших волос. 6+ для поврежденных волос и 6 для слабо поврежденных. Ампулы в упаковке 2. Использовать лучше раз в неделю вместо вашего бальзама для волос. После нанесения их необходимо аккуратно проработать мягкой расческой, выдержать до 10 минут и смыть теплой водой. Для коротких волос будет достаточно половины ампулы.